Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а прочее Нефрит. И сегодня продолжаем похождение по миру Носгота. Второй раз я сегодня уже это делаю, ибо опять первый раз произошла проблема со звуковой картой. Ошибку выдала и ничего не записалось. Я вот ненавижу, просто хоть бы ошибка вылазила бы, когда идет запись видео, хоть бы она выпрыгнула, и я понял, что глюк произошел, что я буду перезаписывать. Но видите, вот такая вот проблема. Я даже уже убил брата своего первого. Но сейчас я начну все-таки с того места, где мы с вами остановились. Вот. И не забываем ставить любо, подписываться на канал. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. И вступайте в нашу группу 2. Это наши 90 и пока 59. Ну а мы продолжим. Ну вот, я начну с этой. Потому что вторая, это у меня уже после битвы. Вот мы, как обычно, появляемся в мире материальном, фу, материальном, духовном. Я пойду с того места, да. Кстати, человек меня уже не будет нападать, потому что все-таки я его спас, там человек будет. Я покажу его сейчас по ходу игры. Просто если вы его убьете, все люди ополчатся против вас, когда вы будете с ним встречаться. Ай, нет, 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 не сюда. Видите, у меня уже третий знак. Но мы идем туда, откуда мы с вами где остановились. Будем по-честному проходить. Переходим в духовный мир. Фу, материальный. Я уже путаюсь, потому что, блин, второй раз видео записывать. Это намного сложнее. Мне нужно оружие. Оружие, блять. О, оружие. Сегодня, ребят, пью квасок. Бодрящий напиточек. А эти снова появились упыри. Хоть я вас всех убивал. Я часть буду обходить, это шелупонь. Нет смысла с ними биться. Видите, уже моя палка валяется. Одна. Идем вверх. Здесь я нажал рычаг. Упала вот эта зверка. Сейчас я показал резерву состав, что резерву увидел бы двух утырков, которые напали на человека. И он говорит, что это за твари, не похожие на вампиров. И как сильно изменился его, тот мир, в котором он жил. На твари вот здесь были два зомби. По человеку даже тоже нет. За человек. Видите, он меня теперь не стреляет. Он ко мне нормально. Если когда вы первый раз с ним столкнетесь, он будет по вам стрелять. Вы просто убегайте. Тогда просто люди будут не врагами вам, а наоборот, помощниками. В битве со всякой этой нечистью. Здесь я камушек подвинул сюда. Он стоял вдалеке. И запрыгнул. Даже ни одного зомбака не осталось, да? Ни один зомби не хочет вылезти и напасть на меня. Чтоб я ребятам-то всем показал, как они выглядят. Здесь вот я двоих укатал, одного на солнышко загнал. Погреться. Очень хорошо погрелся. И у меня звук, короче, соединился, как сказать вам. Вот, как раз этот портал третий.
которую я мог бы сейчас начать. Увы, я к виде не могу. Что я вам показал, сколько я пробежал. Давайте хоть один зомбак вылезить. Ну вот, вот один зомбак. Самое главное — воду не рухнуть. Блять, я рухнул. Вот тогда вам не показал, что в воде творится. Теперь зато вы увидели частично, что блять здесь есть. Посох тут тоже оставил. Тоже воду понёшь. Да, я всё-таки, как и в прошлый раз, тут его скинул в воду, так и сейчас. Здесь бы тоже были бы два зомбака. Но они есть какие-то. Тут поудобнее. Быстро умирает. Дай мне душу сожрать. Ты же, блядь. Для тебя сейчас шакал дело доберется. Их можно было там на штыки еще закидывать, но я всегда беру свой посох. Посох — это очень хорошо. Вот здесь вот был бы мега крутой призрак, с которым он был обид. Вот сейчас, конечно, это уже вам показать не смогу, но вы еще увидите таких призраков. Осторожнее, а, нет. Все нормально, я дошел до этого момента. Вампиров слишком долго находились в астральном мире. Когда природа вампира адаптируется к этому пространству, они становятся пожирателями душ. Не позволь этим душам вернуться в их тела. Где ты там? Он жрет души, сука. Иди сюда, падла. Ой, я вижу его, тень. О, как музыка-то напоминает, когда жидкий металл, помните, помирает Терминатор 3-2. Очень музыка схожа. Начинаю спешить. Потому что хочу побыстрее добраться на то место, где я остановился. Ну, значит, немного я тут на этом сохранении. Немного пропустили. Только вы не видели то, что я с человеком стал дружить. Ну, не убил его. Но я этого рассказал. И то, что небольшая история была про этих зомбаков. Розель удивился и не узнает свой мир. Что с ним сотворилось. Но у меня получится или нет финт сделать здесь, потому что хоть как надо в материи, в духовный мир выходить.
все, уже не получится. Терминатор опять пришел. Это 1000, блин. Блять, у меня оружия нет. О, оружие. Ну, геморроится вдвойне, значит, ребят. Ну иди ты. Здесь, кстати, я заметил в ПК-версии вот музыка, которого там отыграл, я, по-моему, не было. И здесь ублюдков вот этих вот должно быть 3, но их еще выскочит 2. Сейчас двоих я убил. Вот это вот ее удивило. Либо я плохо уже помню. Вот, уже один вылез. Не слышим. А куда ты? О, у меня есть идея, только до меня доперло. Почему бы здесь мне не провести его? Подкинь его, подкинь. Я говорю, подкинь. Ну, значит, нельзя так. Не получается хитрым способом, который я думал. Получилось обмануть систему. Система обманула меня. А чё, это четвертый не вылазит? О! Они регенерируются еще. Ты что, Розель, делаешь, ты придурок? Я ему говорю, делай одно, а он делает другое. Безобразник такой, а? Уходим в астральный мир. Где души нету? Заблудшего. Мне нужна душа. Не поверите. Отсюда я не смогу запрыгнуть.
Вообще никогда. Душа. Да? Ну как так-то, а? Ну почему? Что за жопа-то? Все, блин, как все? Как это? Спешишь людей, не спешишь? Реально, да. Реально, поговорка тут действует. Где душа? Где хоть одна душа? Где эта хрень, которая жрет души? О, душа. Душа, душонка. Там, блядь, там, блядь. Да. К управлению пока привыкнешь. Летел-то, Раська. В прошлый раз чутка погеморозился. А вот здесь геморрой на этой штуке прыгает. Вечно. Вот тут перелетаю ее. Шаг вправо. О, у меня тут глюки начались с этим, со звуком. Я думаю, что у меня со звуком? Не, неправильно отображает звук. Короче, отстает. Я думаю, как знаете, бывает, видео смотришь, видео идет вперед, а звук отстает. Вот тут так же у меня было. Не поверите. Дать нормально. Будем надеяться. Я не хочу заново все опять проходить.
Старкс. Нужно кирпичики. Вон, видите, опять эту штучку, кусочек. Поэтому вот там вот, с той стороны, мы ее не можем пока взять. Я что-то еще видел бы. Я с палочкой круче, чем без палочки, без посоха своего. Вот, идем дальше. Идем, бежим, бежим, бежим. Чоп, 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 чоп. А! А! Такой. А! Чё плавать-то не пошел? Ну, купаться пойдешь. Ну, могли бы вот в этот отсек еще уйти, когда там вода упала. Но я не стал, говорю, здесь гулять пока. Потому что пока мне под водой делать нечего. Ну, спрятался и спрятался, и хрен с тобой, золотая рыбка. Все, поздно выходим. У меня еще эмблема на спине. О! О, да. О! О! Давай. Да, ребят, я вам не показывал, наверное, как на они сгорают на солнце. Поэтому, бля, хотел бы меньше это вам показать. Гори, сука. Ты как так перелетел-то? Блять, он не хочет никак на солнце направлять. Ну и сейчас точно на солнце. Во! Сгорел, падла. Сгорел на работе. Вампирю наш. Кровосос гребаный. Не люблю я кровосос. О! 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 Дедушка Мороз тебе пришел. Подарочек тебе принес. Держи подарочек. Ну и отправляйся в ад. Я этот призрачный гонщик. Сейчас нам надо включить вот тот механизм, который в середине. Держи рычаг. Рычаг вот где был. Он просто сразу налево. Да.
Так, бля. Ладно. Что-то не запрыгнуть. Как же мне там выбраться отсюда? Все равно как-то не запрыгнул. О, как. Крутанем. Трун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Заработал механизм. Ну, это ничего не станет. Мы не помрем. Так, от механизма. Кто здесь? Слышу кого-то, но не вижу. А, это я катаюсь там. Странно, даже никого не было. Мистика. Ну и ладно. Слово знаете, если пойдете направо, никуда не нарветесь. А налево вот парочка лопничков случилась. Где же дырка нам нужна? Прям как девушку в первый раз. Где же заветная дырка? Вот она, заветная дырка. Так, чап-чап-чап-дыщ. Чап-чап-чап-дыщ. Загадки начинаются. В этой игре много загадок. Очень много даже будет. Да, раньше делали игры, сами помните. Ужастик. Ну вот как это вот получается. Да. Приключения, ужас. Ну вот загадки всякие. Я как тоже ярый фанат Silent Hill, Resident Evil. Там тоже вот много раньше было загадок, ловушек. Мне это доставляло удовольствие открывать, разгадывать. Особенно там разгадаешь, ну, загадка оказывается простой, а ты ломал голову, как это все сделать. Но нынче с этим проще. Хотя я сам тоже путаюсь в многих загадках. Особенно тут я еще запутаюсь с пазлами. Это пазл мне вообще мозг всегда выносили в этой игре. Да, и как я раньше ранее вам говорил, я буду проходить ее по полной. Да, чтобы открыть всю магию, все, чтобы могли увидеть. Буду пытаться везде порталиться обратно. Зачем вот эти все телепорты мне нужны между переходом между этими...
ну, в разные отделы, что с разными возможностями я смогу добиваться там новых проходов. Открывать себе новое. Это, по-моему, это классно сделано в этой игре. Вроде бы и сюжет сильно закручен, и как вам еще объяснить, вот загадки эти, плюс вот тайники, чтобы что-то открыть, какой-то вот какой-то бонус получить. Игра очень закрученная. Да, я скажу, для своего времени она прям вообще до 99 года графон-то все-таки сильно был сделан. Эй, подожди. И хотел сказать, есть еще первая часть Legacy of Kain, ну Каин, наследие Каина. Там играем за Каина. Вот. А это Legacy of Kain, Soul River, Хититель Душ. Есть вторая часть Бладомана, есть третья часть, это уже, так сказать, концовка и Soul River, и Бладоман. Называется Defiance. Скорее всего, я, наверное, пройду все Soul River. Это, по-моему, я обратно не туда пошел. Да и экран бы еще не крутился бы. Это проблема вечная с экраном. А мы идем на встречу с братишкой. Братишка, противный. Покажись, зверь! Ты не узнаешь меня, брат. Я так изменился. Но Кая? Да, брат, Носгард теперь уже не так гостеприимен, как раньше. Что стало с моим кланом? Отвечай, братишка, или я выбью из тебя этот ответ. Братишка... Все должны бояться. Ты слаб в мире страха. Эти времена изменили нашу душу. Ты думаешь, я чего-то боюсь? Ты веришь, что наш хозяин рискнет империей ради какого-то еретика? Достаточно. Что ты говоришь? Должен умереть. Да, ну, попробуем. Я сейчас... Я тебя погоняю слегка. Ой, блядь, что-то я не запрыгнул с первого раза сейчас. Иди ко мне, братишка. Ну, а тебе. Больно, братишки. Терминатор мой начинает. Плохо ему становиться в этом мире уже. Иди ко мне, братишка.
как раз там. Скажи мне, Малкая, где я могу найти Каина? Тебе не достать хозяина, Розель. Он встретит тебя, когда сам этого захочет. Словно птица в небесах. Старался, Розель. Неужели я опустился так низко до вампира? Повышено, Розель, но не уменьшено. Впитав душу Малкая, ты обрел новый дар. Иллюзорные барьеры вроде этого больше не являются препятствием для тебя в астральном пространстве. Если ты захочешь, ты пройдешь через него. Сейчас мы это сделаем. Опа. Жухнуло. Круто. Мужики металла теперь тоже. Теперь мне вообще бояться некого. Ну, пока. Мне еще надо больше. Возможности. Где тот выступ, который нам так нужен сейчас? Неужели он только материальный? Нет. В астральном тоже есть. О. Мне бы вернулся бы в материальный мир. Да, пойдемте соберем плюшки некоторые с нашей новой возможностью-то. Знаешь, о, иди отсюда. Сейчас с тобой снова биться. О. Возвратись к святилищу кланов, Розель. Душа Малкая дала тебе возможность войти внутрь. Осторожно, это место покинуто, но не безжизненно. Вовремя ты, Элдер, заговорил, да? Избивали нас. Теперь под воду. Лёх. Ну, это для меня. Я вас сожду. Так, там какая-то плюха должна быть.
Когда ты получишь их, эти глифы наделят тебя силой стихий. Однако, каждое заклинание потребует энергии. Используй их мудро и осторожно. Давайте пробуем. Круто. Мы восстановили. Прикольно. У нас есть новая магия. Супер, 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 да? О, да, все, мы в астральный мир уходим. Опять эти сучки появились. Чешет. Теперь убегаем. Сука, догоню, догоню, догоню. Сейчас сожрем. Вот кусочек нашей жизни. Эти артефакты повышают твою силу, позволяя тебе развивать твои способности. Собери все 5, чтобы завершить эмблему и таким образом усилить себя. Ну, это долго все 5 собирать. Ну, мы часть соберем, которую сейчас могу собрать. Так, блин, где тут выход-то? Не поджидаю. Чё ты от меня бежишь-то сейчас? Страшно, да, блин? Страшно, блин? Сука. Все разведаем. Еще 2 барана существует. А, здесь нет, здесь там. Надо иметь кое-какую другую способность. Так что, пока сюда рано. Уши жрут, смотрите. Ладно, кушайте пока вам. Пока я вам позволяю, разрешаю. Можно. Есть еще один кусочек.
Ну и на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright1987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!